и достиг он 28-го левела. И звали его Белая Обезьяна. Печка ТВ представляет. Коридорчик построим со спальней, станков навтыкаем. Мы продолжаем. Epic Age. Погнали. Ага, друзья, всем привет. С вами Харди, и мы продолжаем. Чем хорош 28-й левел? 28-й левел — это очень серьезно, потому что ты наконец-таки можешь построить инженерный стол. Создаем его сразу. Давай прямо вот здесь воткнем. А что в нем такого офигеть крутого? Ты видишь нарисованные пружинки? Качественные оружейные детали, провода, пружина, трос. Это то, что ты сможешь изготавливать. Раз, раз. Собрать. Фу. Хо-хоу. Ёлы-палы. Фантастика. Да капец вообще. Все, проблем с пружинами не будет. Вообще ни с чем теперь проблем не будет. Бомби и крафти, да? А что дают нам с тобой пружины? Доступ к бесконечным револьверам и ножам. Ну и помповое ружье, и все-все-все остальное. А что еще на 28-м левеле открывается? Возможно сделать вот этот стильный рюкзак на 10 ячеек. Да, достигнув 28-го, я понял, что теперь я белая обезьяна, ёл-палы. Нам нужно только построить коридор и спальню. Как повышаются очки стиля? Вот это безобразие надо устанавливать. Туалет. Ну как бы туалет и туалет, да? Слушай, блин, а где у нас тут есть, короче, ванна, не ванна, да? Вот это типа, где у меня, видишь, верстаки стоят. Это вообще по факту ванна. Вот так вот. А мы толчок здесь воткнули, да? Так, окей, давай красиво делать. Туалет так туалет, да? А кто в чемодане живет? Потом все переделаем. Так, печь давай сюда. А верстачок вот так. Так, ну что, красиво получается, да? И этого недостаточно. Поехали дальше по декору. Кресло. Тупо кресло. Ну и добавляют очки стиля, да? Что у нас еще? Полки с инструментами. Комната-гараж. Комната-кухня. А где что можно ставить? Ты мог ошибочно, как и я, считать, что определенный верстак, определенная какая-то штука под определенную комнату. Ничего подобного. Полки с инструментами. Заходим в крафт. Что написано? Комната, гараж. Типа только в гараже. Берем эти полки. Оу, нельзя поставить. Почему? Посмотри сюда. Гараж 6 из 6. Вот так просто. Да. Ха-ха, блин. В общем, тут нету какой-то вот обязалова, да? Как хочешь, так и ставь. То есть тебе просто единственное подсказывают, чтобы как-то все стильненько, красиво было, да? Ну, прикольно, прикольно, да? И получается гараж как гараж, короче. Тик. Но по факту, да, ставишь туда, куда захочется тебе. Кухонный стол. Так, а это разве кухня у меня? А я считал, что вот это кухня. Так, понял. Вот она кухня у нас, да? Кухонный стол, кухонный стол. Ну давай тут пускай стоит. Говно вопрос. Очки стиля 690. Кухонный гарнитур. Ёл-палы, блин, ну натуральная плита, да? Да, тут верстаки у меня вообще не в тему, короче, стоят. Ну ладно, давай его спрячем. Его не видно, но по факту он есть там, да? Насрать вообще. Блин, мы потом переставим, конечно. Можно построить коридорчик. Не хватает бабусиков. Погнали в город. Кидывать на счет бабосик. Торговая площадка. Продам пружины, куплю алюминий, заготовки, насосы, экраны. Торговля прет, ё-моё. Где у нас тут скупщик краденого? Забирай журналы, забирай бибизян. Погнали назад, домой.
Home Sweet Home. А это что такое? А это чемоданы прогрейженные, да. Хорошие, большие, вместительные, блин. Не то, что вот эта коробка. Не так сложно грейдиться. Железные пластины, пластик и винтики, да? Коридорчик. 5 косарей. Воу! Класс! Ха-ха! Шикарно, слушай. Мы тут, да, мы не строим, нам лишь это. Нам дают возможность, короче, отстраивать, да? Коридор лутовая, короче. А чтобы построить швейный станок, нужно еще шпальню установить. А шпальня стоит 15 косарей и 750 очков стиля. Чик. Хорошо? Хорошо. Теперь нам нужны с тобой винтики. Отправляемся за ними. Где лутать? Да прям вот тут пригородные дома, да, отлично. Обычная самая первая локация. Но мы чуть-чуть пойдем пожестче. Чуть-чуть пожестче. Вот эти вот. Идти с бандой, конечно же. Можем себе позволить, да? Don't leave me here high and dry. Oh,
Куплю ткань, очень надо. Слышь, это круто, что торговля уже прет вовсю. Именно так и должно быть в онлайновой игре. Да, они могут здесь появиться, да? Ну, как бы их проще выбить, эти винтики. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если понравился, конечно же, оцени лайком. Еще не подписался? Подписывайся на канал на Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Печка ТВ есть везде, смотри там, где тебе удобно. Дима Демон Про, да, это я. Ты попал в видос. Приходи на стримы, которые проходят на площадке Twitch, Трова и YouTube. Удачного тебе развития. Пока-пока.